Re, viss ēters ir te! Завтра на всей территории Латвии сохранится жаркая погода. Температура повысится местами до плюс 31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Ночью местами может образоваться дымка, температура воздуха плюс 12, плюс 18 градусов. День будет солнечным, воздух на большей части территории страны прогреется до плюс 27, плюс 31 градуса. На побережье до плюс 22, плюс 25. В Риге воздух погреется до плюс 29 градусов.